Да ладно. Любой пик может выиграть. Почти. Ну хуй знает, сейчас посмотрим. У нас что мне попадется. Balanced Gaming, не? Balanced Gaming, да. All pick. Ну, начнем. Неплохо. О, хороший мир. На вид будешь рандомить? Конечно. Блин. Ты специально на вид, да? О, ну, типа я саппорт, я да? Не хочу быть керри, честно. У нас, правда, два оффлейнера теперь. Некоторое время лайть. Клок, правда, в миди может отыграть, как могу насчет? Могу в миди отыграть, как нехуй. Я керри тогда возьму. Да и я могу в миди отыграть. Только я сосавити буду делать, как бы. Да это ничего. Ерунда. Но я просто клок не люблю. О чем? Хороший. Потому что мы... Не, в том плане, что ему все скиллы надо качать, а меня это вводит всегда в скиллы. А, какого саппорта взять? Это да, есть такое. Кристалл против взять? Гуля... Бэйн... Мне кристалл бесполезен, герой, ей-богу, не надо ее пикать, я ее терпеть не могу. Ну, Бэйн, да, мне кажется, будет хорош против Гуля. Так... Сеть рассказала баню, и мне показалось, что мы в Кэптэн Смой. Блин, кого бы взять? Биверец, ой-ой. Блин, я хотел тоже Вивера взять. Вообще есть у меня один вариант. Второй Блейд? Да. Окей. О, ты бой ебашит, это просто все, блять. У них это просто читак. Три карри пока что отбирается. Что против этой хуйни взрывная надо, Макси? Так, на мид курочку возьму я. Черт возьми, честно говоря. Я уже взял. Варды купишь? Блин. У нас достаточно плохой пик, на самом деле, против нее. Да, хотя, черт узнает, с террорблейдом очень хорошим. Кому отдать факт? Кто оффлейнер? Кристал, оффлейнер, да? Глеб. Центек брать, взять? Не думаю, что они получить будут. Ну как, черт его знает. Ну, короче, против этого блядь, парня можно взять. Короче, буду максить ракетку. Хуй с ним. Нет, все-таки возьмем Центрик. Куралевно. Качать КВ пополам, да? Я так подозреваю. Или нет? А ты кто? Я Сент-Кинг. КВ нам прилетит в Кью. Okay. Можешь себе стакать вот этот камп и потом вешкой его фармить. Да, поэтому время от времени на 53 секунде отходишь. Ну, вернее. Чтобы на 53 секунде отвести. Надо будет выкинуть эту бутылку, братишка. А чё? Ну, бля, слышно, без ручки, мне с ней неудобно будет ходить. Ну пиздец, блять. The battle begins. Ой, а чё, на топе. Такой радиус маленький? А, он на первом уровне. Он, да, он скалируется. Я понял, на да. Первом уровне там вообще практически невозможно попасть. Ну вот я заметил. Скалируется. Чё, тебе не нравится слово скалируется? Так, вард уже ставит, да? Такое. Ну да. Бля. Мастер стопа. Да. Гоп, стоп. Куч подстопил вообще. О, виавер. Чё, мы его гоняем вообще, изи? Конечно. Только крипов не агрить. Да вы чё, мы разве можем? Ну, знаешь, можете. Какое мы умеем магию. Бля, как ты с ним не заебись, я честно говорю. Просто. Так, это я пойду на отводы сделаю, да? Ну да. Не смит. Ну это хуйня какая-то очень хорошая. Чё, с инжирными крипами отводы не получается сделать. Да хуйня какая, блин, они что-то стали стрелять в меня, то есть они очень далеко стоят. Окей, следующий отведу я тогда. Все еще не смит, а не вернулся. Постакай себе камп большой лучше. На мет. Какой? Который, вот это, да? Угу. На 53 теперь, да? Нам. 53, 54. Потом, когда крипов побольше будет, тогда уже 54 скорее. Ой, наоборот, 53. Fire or
Поставил на лифт? Да, тут у меня есть первый уровень, вообще-то, мне кажется, печально. На мид. Следующий отвод сделал, пожалуйста. Окей. Ну, я сфейлю, правда, но ладно. Наверняка. Ну, конечно, блин. Лично мне на... за радиантов сложно делать отвод, потому что из зверей... Это не точно называется сложно, ребят? Я просто не вижу. Не снит. О, что характерно, вот эта кьюш, которую я кидаю, она за вивером бегает. Ну, блин, а хуй знает, как эти отводы сделать, ну реально. Ну, давай сейчас сделаем. Они тупо стоят вот здесь, вот, и, блядь, и стреляют меня ренжом, а дальше они... Короче, когда да, тебя... надо не бить, к ним надо подходить и уходить с ними вместе. Это есть так... такие блядские крипы. Так нет, я как раз таки отхожу, они вот здесь вот останавливаются. Короче, на меня не получил уровень. Так когда на, тебя на атакуют, твои крипы должны агриться на тех, кто тебя атакует. По идее. О, артлот получился. Опыт хочешь получить? Да, конечно, вообще ешь. Вообще, по уму, перед тем, как отводить, желательно даблстак делать. Ну, по уму, я даблстаки хреново делаю. Чё там уметь? Не смит. Ты поставишь на три? Кому? Мне? Да. Ну, пригодится, в принципе. А вот сюда запихну. Подальше, в общем-то, лайн мы отпушиваем неплохо. Так. Сейчас пойду посмотрю, получилось сделать дебаспаун или нет. Их просто на максимальное расстояние от этих хипов, да? Наверное. Ну, чтобы не было... Тима, короче, не было. Все еще мисс. Как тебе мысль, алло, получилось. Бристла, Ферг? А? Арканы на Бристла. Так себе. Хуже, чем ПТ? Блин. Я сил Брэнс обкинуть на него. О. Неплохо, ты, конечно, уже нафармировал. Ну да. А с какого уровня вешки можно стак фармить? Второй, третий. Второй желательно. Следующий меня, наверное, сделает отвод. Или ты на вид? Ну, хуй знаю. О, блин, я по второму уровню. Лучше ты, потому что мне уровня хватает. Ну, у меня сейчас будет четвертый. Хотя качаться можно тоже. Возьму на третьем уровне второй уровень вешки, да, и я смогу зафармить. Не стоп. Брат, кто тебе на меду стоит? Это? Ладно. Блин, да. Чё, во. Тайминг и кураж, пацаны, забыл. Да, на пятой минуте. Брат, а ты постой, я пойду там, это... Может, гангну кого. Красава. Че, забираем таут? Давайте. Ну, у меня нету ешки. Ну, я думаю, так заберем. Зато фортифай прожили, нет. А нет, съешь веточку потом. О! У меня маны нет вообще. Брат, эти тут мид выиграл. Что-то не очень.
Так это, мне чтобы подойти, просто нужно подойти, выше включить крипак, да, и все. Ой, блять, как неприятно было сейчас. Ну, блять, чуть-чуть. Просто нужно подойти, включить вышку, в толпе крипов, да, и все. Да. Сможешь? Бля, я думал, вангард собирать или сразу... Нет, собирать. Бля, а чё не разбежались, лол? Да сейчас вернутся. А, ну ладно. Расслабься. Я думал, все, они не хотят со мной, короче, дружить, все, пиздец. Курай, нужна ферк? Пацаны, я не знаю, где БХ, его нет на линии. Он у нас был только что. Ну, не только что, пару минут назад. Брат, да ее пермитетр. Чё? Застань её как-нибудь. Ну сейчас, только не пались. Сюда пойдет? Сюда лучше был. Бы. О, понял. Бля, ну я там ничего не могу сделать. Да я как перестарался. Да и ХП у тебя как-то меньше, чем я хотел. А что мне покупать? Дайгер, да? А, арканы сначала. Сначала лучше арканы, да. Ну черт знает, я бы дайгер купил первым. Ну если хорошо дела, можно и дайгер. Поэтому ты не саппорт, сука. Ну, блин, это саппорт четвертая позиция. Что? А, что ты мне хочешь дать? Смеда все мисс. Спасибо. Руны, кстати, вот тут вот. Прочекайте. Я сейчас БК, скорее всего, уберет. Да, он... Венга сказал. Ага, венга. Я труп. Хаста береста. На мид зачем? Ну, да, красава. Ну, даблкил в венге, блин. Ну, я не очень умный. А чё, будет хелпа, если я с ульты ворвусь? Ну, у меня есть Ешка, но ульта, правда, думал, не будет. Я что-то подкопаю, Ешка, там же третий подошёл. Если бы не третий, было нормально, говорю. Крюка нет уже, да? Да, ты его использовал. Your bottom tower is under attack. Havoc reigns. Your middle tower is under attack. Бля, рано пришел. Чёрт. Your middle tower is under attack. Типа бегу по горкам. Нет. Что нет? Просто нет. Оператор ответ, да, согласен. Вообще, прям заганкал. Красава. У меня с меда двое выдвинулись куда-то. Мне понравилось на них. А то. Ставь лайк. После этой игры мне надо будет с псом сходить погулять. Мы может ДХ пойдем после этой игры, или вообще? Я согласен. Да охуел что ли там, блядь? Не, горка, не, чё ты там думаешь? А чё, как это, где ты в горку видишь? Я вижу, вот багет. Вот чё он мне сказал вместо привета. Так, у нас здесь БХ. Бля, чё ты... Ну, у меня с меда двое ушли и так и не вернулись до сих пор. Может, это не под башню? Что-то мне это... Не, ну они как бы давно уже съебали, там венга, и это... А, ну сверху и это, дура сверху. У нее все хорошо, у нее нихуя нет. О, БХ. Оп. На мид побежал БХ, скорее всего. Чуть бы... Молодцы, Глеб. Всякую хуйню. Я не
не могу что сделать. Ну я понял, просто, блять, надо было коги не ставить. Это маны дать? Давайте там фиг. Блять, хуёво, я просрал ангар. Скоро летит в секретку, пожалуйста, дайте ей долететь. Нет, не дадим. Все, наверное, на топ пойду дофармливать себе этот... Вангвардик. Ну, это все еще пулишь? Не знаю. Но я просто подумал. Ну, мы сказали пулить, а останавливаться никто не говорил. Ну я чё тебе фармы лишь буду сырить, ещё нехорошо. Глеб, Кураль, ты вообще там все мисс? Да. Отлично. Вивер в мид выдвинулся. Выдвинулся, Ферк, посмотри на мид, пожалуйста. Ну, у нас на мид спулил лайн, в итоге мы не имели никакого контроля за... Короче, тут трое на миду, я их, конечно, разгоняю, я охуенный парень с шипами на спине. Он сейчас больше сломаем. Они на миду. И они куда-то пропали. Давай-ка зайдем на ферк. О, Куравлин, сейчас пойду прямой его снега. Да стыд там всякий пожарный. Почему я слышу, как ветер дует? Что за хуйня? Да блин, уже то же самое с Урсо, блин. Вот где-то в километре берет Урсо. Урсо берет Урсо. Ну, Рошана, да. Бля, значит, если бы Устав в километре брал Рошана и был бы слышать, как он его берет. Но он Рогал. Берет его вблизи, но слышится за километр. Вот так вот. Пушим. Мы же сломали, ой. За мной БХ выдвинулся. Эй, чё за фигня? Он в нашем лесу. Его, конечно, продастил, но он... А, он в бане войны. Вон он. Не пойми, чё вообще ловит трап этой плаки? Не, да не дамагают, нихуя. Давай-давай, замедляет. Моя эта фигня за ним бегает. Ну ладно. Доставай, да, чё я сюда пришёл? Это что, было только что? Не знаю. Говно чёрный какой-то. Бля, у них же ещё Найкс есть! Угу. Да, что-то его не видно, это печально. Мешок на меня, спасибо! Он с Яшей. Давай, 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 тычку. Ушел. Блин. О, ферма. Он уже такой безумно АПшный. Террорблайд? Да, я просто офигеваю. Вот, слушай, 14 брони на 10. Не, реально 14. Если им играть, особенно в премейде, это пиздец. Я играл в премейде. Зато не в модель жадно. Не затащишь. Ты бэт так... просто со второго левела, ты по КД, блядь, ешки, убиваешь всех, кого хочешь. Угу. Неправда. Правда? Да хуй знает, блядь. Ладно, короче. Чё-то если у тебя есть какой-нибудь станер на лайне, это просто пиздец. Так, ну на мид скоро Блинк Дэггер. 400 ну, да. Монет еще. Пойду за сет дофармлю, еще один спаун, наверное, большой. Там не баркан собрать. Иллюзии. А то иллюзии сакаются с иллюзиями от Террорблейда? Ну, в смысле, мид свой иллюзии. Ну, рамочек выводить можно. Это абсолютно одинаковые иллюзии, в смысле. Ну, у них другой коэффициент, да. Да, вот, отсюда кто-то идет. Или мне показалось? О, Венга.
Айран. Да, вивер. Так, оп. Вот еще. Ульта есть? У меня нет. А что-то ульт тут низко стал у него. Я не очень, потому что... Он... Линки еще нет, наверное. Так, через 9 секунд у меня Ешка. И мы это тоже что-то забираем. Колупаю. Так, оп. А вот ты мне как оставать? Я сначала кустую пустоту, да, а потом блинкаюсь и порвем. Типа того. А кто сделал слип? Изи, блять! Че, ну давай ты три ломать тогда, че? Я за раканами. Да ты три ломать потом купишь, блять! Давай мужиков барак. Так, мужиков? Ну, блять, это который не это, не регенец. Тот бабский, типа, потыкал, потыкал и ушел. А мужики всегда на верочку, блять. Ладно, давайте, наверное, уйдем, не? Хотя у меня есть ульта. О, он что-то ульту скастовал. Ну, у меня нет ешки. Что? Это значит, пора уходить. Well. Я им подарок оставлю. Дастиков еще. Пошли бот кушать. Я забрал подарок. Well. А топ может быть, там ты один вообще стоит. Надо, надо топ. А, блин, вы это... Хотя Глеб там всех поубивает сейчас. А ведь просто стою в ветерках. Ну, я заметил. О. Почти. Джентльмен. Там же немножко не хватило. Греб. Ладно, короче. 14 секунд до ешки. Берем два товара. На ведь теперь на кушке улетает, вот сейчас, там ману? Не, есть ману. В смысле... Блин, камуса. Нет, я её ждал, застанил, я молодец. Creating space, guys. Ой, боже мой, это же даст и... Пошли на топ. Посмотрите на таверах. Жраешь его просто. Это все из-за того, что я тоже бью. Меня убивают. А я убежал. А я как я умер? Ну ты хотел, точнее не хотел, да, блядь, подсосал фраг у меня и за это умер. Я не подсосал. Держи манку. А, спасаем... Нет, не спасаем. Мы ломаем башню. Меня даже свапнули, нихуя себе. То есть они, блядь, вместо того, чтобы дефать Т3, короче, пошли мне пизды давать? Они хотели себе киллстрик снять. Ну, молодцы, блядь. Сняли стрик, ебали игру. Охуенно. Пацаны, я покушать везу. Мана есть? Сейчас будет. Бегу на мид. А вот был бы я жив, сука, я бы дал. Ману на мид, ману. Красота. Я в том теперь попал. Хотел тебе блинк дать, короче. Блин?
Горелый. Да, а что, мы не идем? Я не очень хочу. Сейчас, у меня 15 боту, секунд до этой. Сейчас я... Сами никуда не уйдут. Так, сейчас я быстренько иншитов зафармлю, куплю два... А, нет, стоп. Ладно, давай. Ладно, черт с ним. О, инвиз. Искать забирай, что ли? Угу. Тебе нужен инвиз? Нет. Ну, мне тоже не нужен. Разбивай. Нет, я не хочу ломать руны, это достояние. Ну, блин, предметы ломаешь. А руны нет, в чем проблема? Руны это незаконно просто ломать. Так, я не хочу на вот эту тайверку тратить ешку. Ну и не надо, да, не хочешь, не трать. В чем проблема-то? Такой, господи, я чувствую себя неудобно, когда играю за террорбойна. Есть такая хуйня. Он просто... Вот, видишь, даже клопер тебе передамаживает, блядь. Неудобно он себя чувствует. Дамаги купил хуйни вся. Даже дамаги дамажит. Глеб, создай пространство. А мы тут Objective Gaming'ом займемся. Да ё-моё. Эй! Оп! Оп! Вингатак типа походил и пох... Всегда забываешь, что клопляк своим притягивается. Меня так бесит, блядь. Окей. Шлюха застанила. Еще какой-то пидор когами меня закрыл, блядь. Я не тебя. Ой, я ненавижу вас. Ну как-то слишком просто, по-моему. Да иди ты нахуй, блядь! Ебаный Кри, блядь, откуда тут взялся, сука, пидор тут передо мной? Блять, я из этих иллюзий тупо не мог из них выйти, хер. У тебя ж блинк есть. Не, мне просто понятно, что если надо было, я вышел, но... Я просто пытался походить. Короче. Ты рвой такой тратитель герой. 5 премейдов, блять, было. 5 премейдов? 25 человек? О! Боже ты мой, это ж Common Treasure Legacy! Кому нужен такой Common Treasure Legacy? Это вот тот самый хороший сундук. Мне, что это? Давай я открою. Давай. Мне давай.